Простите, сыны, не подходите ко мне, а то я вас заражу. Вы ко мне? Если вы начальник порта, то к вам. Да, это я. Я ищу четырех своих друзей, молодых людей, которые... Да, они уже ушли в море. В море? Вы что, сударь, не получали приказ о закрытии порта? Получал, но это еще было до насморка. У них было разрешение Кальмера. Дьявол. Вот мое разрешение. Мне нужно срочно в Лондон. Считайте это приказ. Слушаюсь. Зайдите внутрь. Подождите меня. Я отвечу разрешение и приду. Однако это более гуманный способ. Вы не находите, Д'Артаньян? Я бы действовал напрямую. Благодарите Бога, Портос, что все обошлось без крови. Леону повезло, что это ваш сын, Арамис. Жак. Он бы его заколол. Но. Это все-таки мой сын, Леон. Отцы и дети. Не очень новая проблема. Молодец, сынок. А у вас, Д'Артаньян, как я понимаю, дочь. Сын, черт возьми. И за него я любому отрежу уши. Шагли, шаг назад. Арам! И вас! Нет, ты не Шагли. Ты Жак Д'Артаньян. Настоящий мужчина, отважный и смелый, наследник всех моих долгов. Назад! Пора! Ремост! Вперед, малыш! Вперед!